красиво. Что дальше? Удар с левой. Не боится выдвигаться этот центральный защитник. Заброс в штрафную. Канкевич! Ух! Ну и сейв Брановца. На 29-й минуте выручает он свою команду. Ну, должна быть сверхнадежна. И лучше всего, когда там два игрока уже прекрасно сыгравшись, прекрасно понимающие друг друга. Смотрите, как комбинирует Днепро. Степанов с левой в штрафную. Есть момент у Днепро. Под удар ногой Брановец. Добивание Канкевича. Снова Марушич. Передача на Канкевича. Удар. Глядите. Побудей выкатывает направо. Будет ли удар? 1-0, дамы и господа. Есть вот так вот. Леонид Ханкевич отправляет мяч в сетку ворот. Побудей выкатил на Ханкевича. Степанов. Выкатывает Ханкевичу. Только ногами удается Дмитрию Гущенко ликвидировать угрозу у своих ворот. 20:45 начнется трансляция. Обязательно также к ней присоединяйтесь. Хороший пас на Ханкевича и удар по воротам. Поэтому не откликнулся на эту передачу. Ставит корпус Ханкевич. Семенов на Ханкевича. Отлично. Может убегает Леонид. Нет поддержки пока у Ханкевича. Сейчас уже Грибовский активизировался. Подача. Передача пара центральных защитников у Луча. И все верховые передачи перехватывать им не составляет труда. Шила. Гол с пенальти в чемпионате. Ханкевич здорово технично убрал под себя и мог бы уже пробить, но снова под себя уже в штрафную. Удар.